русский язык, постановка звука рэп, логика внимания, память. Работа с буквами. Сначала записываем простым карандашом, потом прорабатываем цветной ручкой. Если вам надо запомнить стихотворение, а ребенок плохо учит, попробуйте подключить движение. Перекидывайте с мячиком. Грамматический слух, звукобуквенный анализ. А, пожалуй, никто, кроме логопедов, только не уделяет внимания этой теме. Дети даже с минимальными дизартическими проявлениями, они требуют совершенно другого подхода. Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы начинаем вебинар по использованию конструктора индивидуального образовательного маршрута и образовательной программы для дошкольников. Данный конструктор разработан совместно преподавателями кафедры дошкольной дефектологии Института детства МПГУ и программистами МИРСИБА для того, чтобы можно было оптимизировать документационное обеспечение работы с детьми. Предназначен для дефектологов, логопедов, сурдопедагогов, тифлопедагогов и вообще любых специалистов коррекционного профиля, которые связаны с работой с дошкольниками, имеющими нарушения в развитии. При этом нарушения в развитии могут быть совершенно разными. Это может быть нарушение эмоционально-волевой сферы, расстройство аутистического спектра, нарушение речи, то, что будет связано с сенсорными нарушениями, например, глухие дети, слабослышащие, дети после кохлеарной имплантации или дети слепые, слабовидящие, дети с косоглазием и амблиопией. Это могут быть дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с детским церебральным параличом, дети с задержками психического развития, а также дети с нарушением интеллекта. То есть весь контингент детей с ограниченными возможностями здоровья КИМПИ представлен. Можно для любой категории составить индивидуальный маршрут, индивидуальную программу. Но при этом внутри данного конструктора, данной программы заложена хитрость такая, управленческая. Дети с нарушениями в развитии, если проходят через ППК, психолога, педагогический консилиум образовательной организации, то они статус УВЗ не приобретают. Они вследствие заключения ППК имеют статус детей, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ. И получается, что нарушение у ребенка есть, а статуса УВЗ еще пока нет. И для таких детей разрабатывается в соответствии с федеральными требованиями индивидуальный маршрут, навигатор, как он должен находиться в дошкольной группе и кто, как часто с ним должен заниматься из специалистов, и индивидуальная образовательная программа. И получается, что КИМП позволяет для детей, у которых статуса УВЗ нет, но уже нарушения обнаружены, разработать такой отдельный маршрут, отдельную программу. КИМП позволяет также сделать маршрут и интегрировать его с программой. Они будут взаимодополнять друг друга. То есть можно сделать два документа, можно сделать один объединенный документ. А если дети дальше отправляются на ЦПМПК или ТПМПК, то есть территориальная комиссия их смотрит или центральная комиссия смотрит, и она на основе комплексного медика, психолога, педагогического заключения присваивает детям статус УВЗ, то на таких детей, если они находятся в условиях инклюзии или интеграции, разрабатывается индивидуальная адаптированная образовательная программа. И КИМП позволяет тоже это сделать. Здесь хитрость будет заключаться в следующем. Если выбираем первый вариант, маршрут плюс программа, то маршрут будет отвечать за организационный раздел будущей адаптированной программы, а программа за содержательный раздел. И получается, что в первом случае будет организационный, потом содержательный, а во втором случае
будет целевой раздел программы. Теперь меняем местами содержательный и организационный. Потом содержательный, потом организационный. То есть получается, что индивидуальная АУП в соответствии с федеральными требованиями, которые похожи по структуре на примерную АОП для детей с ОВЗ, вот эта индивидуальная АОП очень легко делается благодаря перестановке разделов внутри программы КИМПа. И это заложено специально, чтобы можно было и в первом случае с детьми работать, и во втором случае с детьми работать. А конструктор у нас на данный момент является обновленным. И я сейчас буду рассказывать про то, как он работает, и одновременно для тех, у кого он уже есть, расскажу об обновлениях, которые мы ввели благодаря программистам Мерсиба. Здесь бы хотела вот огромное спасибо сказать Кириллу, Олегу, Алексею, просто вот, на мой взгляд, гении программирования, и они все в Мерсиба находятся. Я серьезно, потому что то, что они делают, это с точки зрения программно-методического обеспечения, это ноу-хау, это то, чего нет практически нигде, а если есть, то эти аналоги слабее, хуже, чем Мерсиба. Поэтому, ну, на мой взгляд, это флагман, на который сейчас можно равняться. Итак, что представляет собой конструктор? Это флешка, которая находится в специальном бумажном, получается, пакете. На обложке дана аннотация, для чего, что внутри флешки, внутри коробочки есть вставочка, где будет написано, как загружать флешку. Загружать очень просто. Вставляете в процессор, сразу начинается загрузка программ, и понадобится помощь наша как администратора, то есть мы должны разрешить эту загрузку, установить драйвера. Мы несколько раз даем это разрешение, потому что фактически мы создаем для себя личный кабинет на базе своего компьютера. При этом в таком личном кабинете может работать только тот, кто находится и кто вставлял вот эту флешку в компьютер. Если я флешку вытащу и вставлю в другой компьютер, он первый личный кабинет открыть не сможет. И вот это нужно учитывать. То есть если вы делаете программы, маршруты на детей дома, то вы должны понимать, что дома создан личный кабинет, и внутри вот этого личного кабинета вы сможете находиться только вставляя флешку в свой компьютер. Если вы вставляете эту же флешку в компьютер на работе, то материалы первого личного кабинета не откроются. Но при этом можно создать личный кабинет на втором компьютере, на третьем компьютере. Так очень часто КИМПы заказывают в детских садах, дошкольных отделениях, в центрах развития ребенка, в домах ребенка. И ими пользуются разные специалисты с разных компьютеров. И никто из них не переживает, что данные вот от одного перешли к другому. То есть это сделано для того, чтобы персональные данные ребенка не распространялись, не переходили от одного специалиста к другому. Но, с другой стороны, это возможность работать всем специалистам сразу и пользоваться при этом одной программной разработкой. Когда вы разрешили загрузку драйверов себе на компьютер, дальше вас спросят, а можно ли сделать личный кабинет и его отражение, ярлычок на рабочем столе. Говорим, да, можно. И после этого появляется значок КИМПа на рабочем столе компьютера. И в следующий раз, когда будет загружаться флешка, уже не нужно будет загружать драйвера, просто будете кликать мышкой по вот этому логотипу, и будет открываться программка. Сейчас у меня она уже открыта на экране, включена демонстрация экрана, и вы видите, что происходит дальше. Дальше мы кликаем с вами на заставочки, закрываем их, и, соответственно, оказываемся внутри личного кабинета. Здесь будут небольшие подсказки, что делать, как делать. Обращаем при этом внимание на цвет клавиш. Клавиши могут быть зеленые, оранжевые, синие, серые. Это сделано для того, чтобы однотипно, чтобы можно было
действие стереотипа привязать к цвету этой кнопки или клавиши. Например, оранжевое – это то, что требует активного действия, открыть в данном случае. Да? А зеленое – это то, что будет требовать появления копии. Удалить, мы сейчас видим, да, везде серым отмечено. То есть специально зрительные подсказочки даются. А сначала мы при этом добавляем ребенка. Если у нас есть какой-то уже арсенал, какой-то контингент детей, с которыми вы занимаетесь, тогда нажимаем на кнопочку «Показать все». И вот у меня сейчас все показаны, которые в данном конструкторе заложены дети. То есть это личные кабинетики для каждого ребенка. Добавить ребенка нажимаем на оранжевую кнопочку. И теперь сверху появился шаблон, который мы должны изменить. Это интуитивный шаблон, который позволяет ввести первоначальные данные о ребенке. Ну, например, у нас будет... Давайте девочку сделаем, например, Новикова Ева. При этом мы можем сменить картинку и выбрать из обозначенных картинок. Можем поставить фотографию ребенка, аватарку. Дальше определяемся с днем рождения. Ну вот я сейчас поставила, так, сейчас, секундочку, дата рождения. Например, 14-й год. Девочка. Родители ребенка. Здесь мне нужно фамилию и инициалы проставить на папу и на маму, потому что отсюда данные потом убегут в лист согласования программы и маршрута. И надо, чтобы они были правильно сформулированы. То есть не просто папа Витя, мама Маша, а надо, чтобы было написано, что это, например, Новикова Раиса и Новиков Иван. Ну, например, отчество тоже поставили, потому что в данном случае знаем. Теперь нам нужно прикрепить специалистов, которые и педагогов, которые будут работать с ребенком. Маршрут и индивидуальная образовательная программа. Это для ребенка без статуса ОВЗ. Или индивидуальная АОП, если ребенок со статусом ОВЗ. И там, и там, когда они составляются, требуется координация работы разных педагогов и специалистов. То есть это не один дефектолог за всех отдувается и делает один документ, который остальные только подпишут. Здесь должно быть согласование и координация, потому что и маршрут, и программа предполагают комплексное сопровождение ребенка. Итак, как это указать? Идет список формальных, в данном случае педагогов, которые требуются для сопровождения ребенка. Воспитатель, например. Сейчас написано «нет данных». Я хочу указать, какие данные. И вот у меня, например, здесь забиты шаблоны на воспитателей. На кого-то недоделан, на кого-то сделан. Если, например, у меня в данном случае Васильева как воспитатель закреплена в рамках общего тьюторского сопровождения, предположим, за вот этим ребенком. Я кликаю мышкой на вот эту фамилию и пишу «Сохранить», нажимаю на оранжевую кнопочку. Вот сейчас посмотрите, педагог, воспитатель закреплена. А теперь закрепить хочу, например, дефектолога. И вот здесь у меня какие-то прописаны, а предположим, вы хотите нового написать. Ну, предположим, Романова Ксения Евгеньевна. То есть я сейчас написала новую фамилию и инициалы и нажимаю на оранжевую кнопку. Напоминаю, оранжевый – это всегда какое-то активное действие. Создать нового. Вот сейчас у меня появился этот учитель-дефектолог. Кликаю на него, не забудьте кликнуть. И нажимаем на оранжевое действие «Сохранить». Педагог-психолог прикрепляем. Я сейчас просто выберу из того, что у меня есть, чтобы время не тратить. Учитель-логопед. Ну, предположим, есть здесь и тоже учитель-логопед. На логопедическом пункте, например, берет девочку. Музыкальный руководитель. Воспитатель по физической культуре. Обычно говорят, у нас, если в комбинированных группах, музыкальные руководители, воспитатели идут по общеразвивающему компоненту программы. Извините, тогда если вы идете по общеразвивающему компоненту и не принимаете участие в разработке маршрута и программы на ребенка, тогда вам сокращенный рабочий день, отпуск в 56 дней удлиненный и коррекционный коэффициент не положен. Я сейчас не говорю о том, что нам его дают или не дают, я говорю о том, что предполагает
Федерация и за что она доплачивала бы и удлиняла бы отпуск. Вот музыкальному руководителю и воспитателю по физической культуре в соответствии с межотраслевыми комментариями профсоюза и Минобра будут доплачивать и будут давать удлиненный отпуск, если они участвуют в разработке маршрута и программы. Тогда они вот тут должны быть указаны. И тогда дальше они должны принимать участие в планировании работы с этим ребенком, индивидуальной работы. Ну, предположим, мы сейчас взяли вариант, когда на ребенка тьютера нет, то есть я сейчас его не заполняю, пишу «сохранить». Вот сейчас первоначальные данные для Евы нашей подготовлены. Дальше мы с вами видим дорожку из 11 шагов, из 11 ступенек, лесенка из 11 ступенек. Если пробежаться по этой дорожке, видно, какие странички уже откликнулись на наши установочные данные и автоматом, конструктором собраны. А какие странички, посмотрите, видите, серым, не работают, не подсвечиваются. Это не означает, что конструктор неправильно собран, и это не означает, что у вас клавиши залипают. Это означает, что не хватает данных. То есть вот как только будут данные дополнительные, тогда вторая, третья, четвертая, пятая, шестая страница подсветится. В этом отношении сейчас мы включаем вот этот шаг «Запомнить», и данные, которые нам дополнительно нужны, сейчас рассмотрим. Итак, совмещенный индивидуальный маршрут и индивидуальная образовательная программа. Я прошу прощения, у меня соседи решили, что вот именно сейчас им нужно что-то делать, и они включили дрель. Я надеюсь, что есть возможность включить блокиратор шума и будет не сильно мешать. Ну, надеюсь, что это ненадолго, потому что ремонта нет. Итак, совмещенный маршрут и индивидуальная программа на Еву с такой-то датой рождения. И дальше нужно сформулировать цель этого совмещения, этого маршрута и программы. Целью является выстраивание системы работы с ребенком в определенных условиях. Условия могут быть разные. Это может быть инклюзия, интеграция или компенсирующая группа. Ну, давайте с вами сделаем вариант, например, комбинированная группа, так как это наиболее распространенный сейчас вариант для Российской Федерации. Если мы говорим о детях со статусом ОВЗ. Итак, выбрали вариант под комбинированную группу. Дальше у нас начинается целевой раздел этого совмещенного маршрута программы или целевой раздел адаптированной основной образовательной программы на ребенка. Здесь дата поступления. Ну, например, она у нас поступила в 2020 году. Не сразу, например. У меня при этом есть подсказка, то есть я сверху вижу, вот этой Еве компьютер просчитал 7 лет. То есть я должна понимать, что в какой возрастной группе она будет находиться. Если мы сейчас с вами берем, что ей сейчас уже 7 лет, то получается, что я должна ее выпускать из детского сада, потому что на сентябрь ей будет уже 7 лет. По федеральному закону об образовании я не могу ее больше 7 лет после сентября задержать. Значит, тогда мне вот здесь нужно изменения внести, связанные с датой пребывания ребенка. Кроме того, если ребенок по возрасту в данном случае не подходит, да, я могу вот здесь данные вернуться в список детей и поменять, а могу поменять то, что будет связано с заявлением родителей на пролонгированное детство и на увеличение срока пребывания в детском саду на один год. Чисто теоретически Ева должна у меня находиться в подготовительной к школе группе или вне группы и при этом посещать подготовительный к школе класс при школе, поэтому она вне дошкольной группы. Но я выбираю пролонгированное детство, подготовительное к школе группы, например. Дальше вопросы установочные. Предполагается ли включение в маршрут и программу индивидуальной программы абилитации ребенка-инвалида? Другими словами, надо плюс медицинский аспект вставлять или не надо? Мы, предположим, берем, что надо, выбираем тяжелого ребенка. Дальше два варианта индивидуального планирования. Для дефектолога с возможностью календарного планирования, это будет план индивидуальной коррекционно-развивающей работы. И для логопеда план индивидуальной логопедической работы.
Меня спрашивает конструктор, вы хотите такой план, как шаблон, чтобы вам включили? Или вам план не должен войти в структуру индивидуальной программы, индивидуального маршрута, и вы план каждый месяц будете писать по кусочку? Я, например, пишу, что мне надо план, шаблоны там и там. И последние вопросы, они связаны с интерактивным сопровождением программ компьютерных, использованием программ портала Мерсибо, то есть тогда что у меня получится? У меня будут этапы работы, подэтапы работы, задачи работы, а под задачи игры Мерсибо, рекомендованные для решения этих задач. Я могу открывать, например, конструктор, кликать мышкой на нужную игру под нужную задачу на нужном этапе работы и сразу онлайн играть с ребенком в эту игру через его индивидуальную программу и пользоваться этим как конструктором, получается, для индивидуальных занятий с ним. Режим пребывания ребенка в группе. Группа полного дня или неполного дня. Выбираем сейчас. Я оставляю полного дня. Сопровождение тьютера, например, нет. А дальше вот эти установочные данные нужно согласовать с заключением ЦПМПК и ПМПК. Здесь обычно две хитрости. Первая хитрость связана с реализацией права ребенка на образование, на спецобразование. И у нас, вы знаете, что есть подушевое финансирование. Так вот, вот это подушевое финансирование будет разное в зависимости от того, как это право реализуется. Если берем, вот сейчас я переключаю, да, вы видите, если берем нижнюю строчку, нижний раздел, это максимальное финансирование обычно для спецгрупп, компенсирующих групп. Если берем среднюю, то это обычно для комбинированных групп. Если берем верхнюю, это обычно для общеразвивающих групп. Но это и уровень финансирования этих программ. Мы сейчас с вами выбираем, так как у нас комбинированная группа, выбираем обычно серединку. Дальше образовательная программа. Что требуется по заключению ЦПМПК? Открываем заключение, там один из трех вариантов. Первый вариант с точки зрения соотнесения – это общеразвивающая группа. Второй вариант с точки зрения соотнесения – это комбинированная группа. Третий вариант – это компенсирующая группа. У нас сейчас девочка официально с вами в комбинированной группе. Я выбираю второй вариант. Но при этом в зависимости от заявления родителей, от того, какой детский сад рядом, а какой не рядом, мама вот именно так хочет, а не так хочет, сейчас по закону она имеет право не в профильной группе ребенка отправить, находиться. И поэтому здесь могут быть разные варианты прописаны. Дальше мышкой проворачиваю, смотрю, что у меня еще осталось в согласовании с заключением ЦПМПК. Конкретизация категории детей с УВЗ. В данном случае я сейчас кликнула мышкой, у меня всплывает окно, где все примерные адаптированные программы, которые связаны с разными категориями УВЗ, всплывают. Вот эти программы, они все опубликованы на сайте ФГОС реестра. И получается, что когда ЦПМПК присваивает ребенку статус УВЗ, говорят, например, это ребенок с интеллектуальными нарушениями, то нам нужно внутри нашей индивидуальной программы маршрута сделать ссылку на эту программу и обязательно указать номер протокола и дату утверждения УМО, учебно-методического объединения. Соответственно, вот это первое изменение, которое внесено в данное обновление, в данный пакет, потому что не все протоколы, не все программы имеют утвержденные протоколы. Часть программ до последнего времени тянет и еще не прошла этап общественного обсуждения и получения грифа. И вы сейчас видите, это программа, например, для детей с расстройством аутистического спектра. Кстати, обратите внимание, если я хочу снять кнопочку, да, я на нее два раза должна нажать. Вот сейчас у меня стрелочка для детей с интеллектуальными нарушениями отмечена. А я хочу снять, я вот чтобы снять, не могу вот так вот просто перебежать. Компьютер вот это уже запомнил, поэтому нажимаем, убираем и переставляем, например, для детей с расстройствами аутистического спектра. Здесь программа будет с пропуском даты утверждения, с пропуском протокола, потому что на ФГОС-реестре она еще не висит, потому что нету грифа. Эта программа есть как проект, ее можно посмотреть на сайте СУВАК, кому нужно, на сайте фонда «Контакт»,
и, соответственно, там ее скачать. Но она при этом без протокола. Сохраняем, двигаемся дальше. Дальше идет психолого-педагогическая характеристика на ребенка. И будет ряд вопросов, на которые нужно ответить, и в всплывающие поля ввести данные о ребенке. Например, внешний вид ребенка. Пишу: в целом благоприятный. Ну, то есть девочка опрятная, аккуратная. Исследование движений и действий. Например, нарушение, секундочку, общей моторики зрительно-двигательной координации. Здесь можно писать коротко, обобщенно. Так прописываются основные характеристики, которые касаются эмоционально-полевой сферы, состояния психических процессов и познавательной деятельности, уровня знакомства с окружающим миром, особенностями речевой деятельности, я пока нули здесь проставляю, чтобы времени не тратить, и состояние продуктивной деятельности, это заполняют воспитатели, это лепка, рисование, аппликации и конструирование. Если вы здесь что-то не запомнили, ничего страшного, конструктор от этого не пострадает, но при этом постарайтесь, если хотите потом это делать, поставьте здесь какие-то значки, буковки, циферки, потом их можно будет стереть, заменить. Но если при этом программу сейчас вот эту отправить на печать и сделать пропуски в ответах на вопросы, тогда конструктор решит, что вам не нужно вот это, и если вставочки не делать, если вот так вот делать, тогда он этот кусок из характеристики выкинет. То есть конструктор умный, и он реагирует на ваш ответ или на ваш неответ. Поэтому здесь заполняем то, что нам нужно. Основная цель на текущий период, в данном случае на год или на полугодие, цели обычно связаны с реализацией общеразвивающей программы и ее совмещение с коррекционной программой. У нас уже прошла автоматическая вставка, в качестве примерной выступает примерная АО для детей, например, с интеллектуальными нарушениями, а вот в качестве общеразвивающей программы мы с вами работаем по ФГОСу дошкольного образования, у нас обязательно должна быть общеразвивающая программа. Нам всплывает с вами список из программ, которые прошли общественную экспертизу ФИРО. Это вариативные программы. Они относятся и к категории, которые ранее утвержденные, и к категории, которые обновленные программы. То есть это и старые, и новые, не разных годов изданий. Но здесь выбираем ту программу, по которой идет наш детский сад. Обычно эта программа, 85% детских садов в России идут по программе «От рождения до школы». Я сейчас выбрала эту программу, отмечаю «Сохранить», не забываем «Сохранять», и завершаем нашу данную страничку разделом «Общие задачи на период реализации маршрута и программы». То есть общие задачи, связанные с реализацией вот этих двух общеразвивающего и коррекционного компонента программы ребенка. Это создание специальных условий для обучения и воспитания для устранения недостатков такого-то развития. Если я, например, выбираю, что у меня ребенок с нарушением интеллекта, то у меня будет, например, речь, мыслительная деятельность у нее нарушена, коммуникативная деятельность и организация эмоционально-волевой сферы. Я выбрала типичные формулировки, связанные с заключениями ППК образовательной организации. И дальше, это новшество будет в программе, его раньше не было. Дальше нам предлагают сопоставить то, что мы знаем про ребенка, с уровнем его психологического развития. И нам предлагается таблица-шпаргалочка, где будет, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 уровней. Примерно каждый уровень соответствует году жизни. Вот сейчас у нас девочка 7-летняя. Мы должны для себя понять, что вот 7-летняя, то она 7-летняя, да, а вопросы анкеты, на каком уровне совместных действий находится ребенок? Второй вопрос, на каком уровне сенсорных ориентировок находится ребенок? Как ребенок воспринимает эмоции, как понимает речь и пользуется речью. Я спускаюсь на 7-й уровень, считываю характеристику и вижу, что моя Ева вот этому уровню не соответствует. Спускаюсь на 6-й, смотрю, не соответствует. Спускаюсь на 5-й.
Ну, например, частично соответствует. Проверяю четвертый. В четвертом тоже есть то, что соответствует. Выбираю между четвертым и пятым и решаю, что, наверное, все-таки больше пятый, чем четвертый. Дальше укажите выбранный уровень. И вот я выбрала четвертый, я его отмечаю, сохранить. Теперь анкетка пропала, мне она не нужна. Это была шпаргалочка. И теперь мне программа, получается, говорит, что да, она семилетка, но вот эта семилетка по программному обеспечению должна пойти как девочка-пятилетка, то есть как девочка программы средней группы, если мы говорим про норму. И, соответственно, для этой девочки есть своя зона актуального развития, вот она слева прописана, и зона ближайшего развития, вот она прописана. Это зона актуального развития под четвертый уровень, а зона ближайшего развития под пятый уровень. Помните, я колебалась, да, вот этот или вот этот. Вот с чем я колебалась, он все равно рядом окажется. То есть мне показывают сейчас, вот это в целом она должна уметь сейчас. Я от этого буду отталкиваться слева. А справа это то, куда я собираюсь к ней прийти. Это общая идея работы с ребенком. Получается, она уже готовая, как шпаргалочка, сформулирована. Сохраняем. И дальше можем двигаться на следующей страничке нашего экрана. Сейчас мы при этом видим, когда сохранили, как выглядит вся первая ступенька, целевой раздел, видите, заполнен в виде таблицы и в виде проектирования индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Дальше переходим на второй шажок. На втором шаге у нас с вами будет индивидуальный образовательный маршрут, и мы его оранжевую кнопочку нажимаем, заполняем. Под ребенка, под ту категорию УВЗ, которую выбрали, в данном случае выбрано, например, без например, выбран ребенок с умственной отсталостью. Соответственно, под этого ребенка нам из программы примерный АОО для детей с нарушением интеллекта плюс из соответствующего преемственного ФГОСа начального общего образования для детей с нарушением интеллекта нам конструктор оттуда и оттуда выдрал кусочки, которые будут касаться спецусловий. И вот эти спецусловия, они делятся на, смотрите, материально-технические, отмечаю, архитектурные условия и организацию учебного пространства. Здесь что-то, например, у меня есть в детском саду, а что-то отсутствует. Мало ли что программа рекомендует, а у меня этого нет. Но если у меня есть из рекомендованного, я отмечаю, что есть из рекомендованного. И специальное оборудование. Это последний блок. Он тоже берется из примерной АОО. В данном случае про перцептивные действия пропускаю, потому что у меня девочка постарше. А вот набор предметов орудий, сюжетно-дидактических картинок, дидактических материалов я, например, могу отметить. Сейчас программа мне все это запомнила. Сохраняю. Нажимаю на оранжевую кнопочку над лестницей. И перехожу на третью ступеньку. Третья ступенька теперь показывает, как вот эти общие условия, материально-технические условия, скажем так, предметно-игровые условия, как они сочетаются с организационными условиями. А именно, режим пребывания, сколько раз в неделю она посещает, например, 5 дней в неделю, полный день. Соматическое состояние. Ну, мы предполагали, что у нас тяжелая девочка, да, и есть 5 групп здоровья. Вот эти 5 групп здоровья идут от нормы, первая группа здоровья, и к инвалидности, это 5-я группа здоровья. Предположим, у моей девочки 3-я группа здоровья, я это отметила, в табличку это сразу вставка прошла. Рекомендации специалистов медицинского профиля. Ну, например, они могут отсутствовать, а могут быть, например, у нее может быть эпиактивность. Значит, в связи с эпиактивностью запретить кувырки через голову и висы на шведской стенке. Соответственно, вот эти вещи, они будут связаны с провокацией для эпиактивности, и я с точки зрения медицины, да, вот это предупреждение получила. И из физкультурных занятий воспитатель по физкультуре вот это будет забирать или заменять на что-то другое. Противопоказания, ну, например, отсутствуют. Взаимодействие специалистов,
сейчас отмечаем специалистов, которые отмечены в заключении ЦПМПК. Например, отмечено, что нужен логопед, потому что у него системное недоразвитие речи. Отмечено, что нужны занятия с дефектологом, потому что это ребенок с умственной отсталостью. Отмечено, что занятия с педагогом-психологом, занятия ЛФК. Ну, например, на этом мы заканчиваем. Вот это взаимодействие специалистов, которые обеспечивают комплексное сопровождение. Возвращаемся наверх. Модуль у нас организационный заполнен. Над лестницей оранжевая кнопочка «Сохранить» нажимаем. Вот сейчас в чистовик мы видим, как это пойдет в документ. Таблица заполнена. Переключаемся на четвертую ступенечку. Здесь у нас, напоминаем, что мы выбрали, что нам надо интегрировать индивидуальный маршрут и программу с ИПРА, индивидуальной программой реабилитации, абилитации ребенка-инвалида. В данном случае ИПРА, например, разработана впервые на этап дошкольного детства на срок до, ну, предположим, она разработана до 24 года. Заключение рекомендации врача. Здесь прописываем те рекомендации, которые в ИПРА есть и от кого они есть. Эти рекомендации могут касаться, ну, прям выписываем из ИПРА, здесь не надо ничего выдумывать. Здесь могут быть тоже противопоказания, и они могут касаться питания ребенка, организации режима дня, охранительного режима, связанного с дополнительным выходным днем и так далее. И вот это может быть прописано. Например, педиатр может прописать, что рекомендован дополнительный выходной в течение недели. Предположительно, среда, четверг, это на выбор мамы будет. И получается, что в ИПРА это будет прописано. Дальше ИПРА предполагает, что будет комплекс совместных мероприятий. И вот эти мероприятия, они предполагают, что, возможно, скрининг медицинский, например, из поликлиники к нам кто-то приезжает и проверяет ребенка в конце года. Мы это отметим, что у нас скрининг, например, невролога или психоневролога или психиатра приезжает. У нас может быть курс какой-то особенный, например, бывают детские сады, заказывают и приезжают, например, курсы арт-педагогики, арт-терапии проводят. Или, может быть, это не на базе детского сада, это может быть выездное что-то. Например, это могут быть курсы массажа, курсы ортоктических занятий, гимнастик и так далее. И тогда здесь вот столько, сколько курсов, вплоть до того, что вот ребенок на 2 недели, на 3 недели покидает детский сад, например, в течение года. Например, вот это будет в январе, январь-февраль. И, например, она ложится в санаторий. Значит, тогда санаторий на 2 недели. Там у нее будет абонемент, и девочка, получается, пролечивается, но она у меня уходит из детского сада. И вот это выбывание из детского сада предполагает, что я, работая с девочкой по программе, вот это выбывание должна предусмотреть. То есть вот это время, вот эти 2 недели, я должна учесть либо до этого материал лишний, да, либо после этого материал наверстать, либо просто написать, что девочка уезжала, поэтому она материал не освоила. И в программе это должно быть прописано. При этом вот эти мероприятия, они должны учитывать, посмотрите, в соответствии с программой ИПРА, степень ограничения 1, 2 или 3. В программе ИПРА обычно медики пишут, где нарушена функция ребенка, ее жизнедеятельность, способность к самообслуживанию, способность к передвижению, способность к ориентации. Вот, например, здесь у меня девочка самостоятельно не ориентируется, она может потеряться. И требуется постоянное сопровождение с точки зрения ориентировки. То есть ее надо доводить до группы, например, иначе она не туда уйдет. И здесь есть 3 варианта вот этого ограничения. 1, значит, когда-то может сама, когда-то нужна помощь. 2, постоянно нужна помощь. 3, самостоятельно не делает, с помощью тоже делает только при условии совместных действий, то есть рука в руке, рука на руке. И, соответственно, мы вот здесь показываем вот эти ограничения, с чем они связаны. Ну вот, например, способность к ориентации нарушена у моей Евы, способность к обучению, способность к контролю за своим поведением. Я все ответила на 2.
ну, что в принципе она все-таки обучаемая. И дальше у меня из примерной ООП для детей с нарушением интеллекта под характеристику Евы выходит адаптивная компенсаторно развивающая программа. В этом ноу-хау сейчас обновление. Это второй компонент обновлений в КИМПе. То есть раньше мы сюда не вставляли с программистами возможности компенсационной работы с ребенком. То есть это когда медицина плюс педагогика совместно дают какие-то рекомендации для тех, кто работает с ребенком. И получается, что вот это рекомендации, которые учитывают вот это медицинское, биологическое состояние ребенка. Сейчас мы видим, что под Еву это рекомендации по развитию ручной моторики, тонкой моторики пальцев рук, рекомендации по развитию продуктивных видов деятельности, обучение конструированию. Вот эти кусочки взяты из примерной ААОП. Это то, что описывает механизмы компенсации нарушений в развитии, связанные с нарушением ориентировки, с нарушением обучаемости по отношению к умственно отсталому ребенку через педагогику. Вот эти компенсационные программы, связанные наполовину с медициной, наполовину с педагогикой, они не по отношению к каждой категории детей требуются. Это дети с тяжелыми нарушениями, то есть это умственно-отсталые, это дети с множественными нарушениями, это дети глухие, это дети слепые, это дети с НОДА. То есть это 6 категорий. То есть не все. И не ждите, что, например, если у вас ребенок с тяжелым нарушением речи, пусть он даже с тяжелыми нарушениями речи, что под него будет компенсационная программа. Она не нужна. То есть она нужна только детям, у которых есть инвалидность. И это будет прописано в примерной ААОП для нужной категории детей, для данной категории. То есть там будет написано, нужна компенсационная программа. И не надо ломать теперь голову и думать, а что же в эту компенсационную программу всунуть? И как доказать, что она компенсационная? Как доказать, что она опирается на уровень биологического развития ребенка? Программки здесь уже сделаны все. Сохранить, перепрыгиваем на 5-ю ступеньку. Наконец мы переходим к проектированию, собственно, индивидуальной программы. С точки зрения ААОП, который требует, чтобы все поделилось на целевой, содержательный, организационные разделы, сейчас фактически мы с вами заполняем содержательный раздел. Этот раздел предполагает, что мы с вами четко понимаем иерархию программ, которые используем. И вот эта иерархия, она вначале через комплексирование программ, как программы сочетаются, она здесь будет описана. Например, выбор среди вариативных программ навигатора ФИРО уже от рождения до школы у нас стоит. Выбор среди примерных АОП стоит программа для детей с интеллектуальными нарушениями. Но тот, кто практик и кто работает, вы понимаете, что на основе примерных программ планирование работы крайне сложно сделать, особенно календарно-тематическое. И вот это календарно-тематическое придется брать из существующих вариативных, адаптированных программ и комплексных программ. И у нас с вами как раз следующие два вопроса заставляют на это подумать и ответить. Итак, среди вариативных адаптированных программ, их не так много на самом деле утвержденных в ФИРО, по какой программе мы пойдем с этим ребенком? У меня ребенок, ну, в данном случае по выбору, да, с умственной отсталостью. Значит, чисто теоретически это может быть диалог, это может быть ступеньки к школе. Учитывая, что у меня девочка 7-летняя, пора бы в школу все-таки хоть чуть-чуть подготовить, я беру Безруких и Филиппову, например. Сохранить. Выбор среди комплексных программ. По этой комплексной программе вместе с примерной ААОП я вынуждена буду планировать работу с ребенком и составлять календарно-тематическое планирование. Здесь из известных программ все, которые есть по детей с нарушением интеллекта. Самые известные это Егжанова и Стребелева. Они 2011 года последний раз издавались, и здесь это отражено. Если при этом вы пользуетесь какой-то авторской программой или, например, нашли Егжанову, Стребелеву 22-23 года, тогда вы вот тут в другое ставите, отмечаете галочку. Видите, здесь можно несколько выборов сделать, кстати. И вот тут в другое вы здесь прописываете. Обязательно указываете дату издания программы, потому что считается, что для комплексирования программ нужно программы использовать за последние 15 лет. И они должны быть переизданы. К сожалению, не все программы переизданы, поэтому мы
говорим, да, берем старую, например, дементьевскую 93-го года, потому что там выражена умственная отсталость, а для маленьких нету с выраженной умственной отсталостью, если только вот брать еще питерскую программу. И, соответственно, мы говорим, что мы берем старую программу, но мы при этом адаптируем ее с новой примерной ААО для детей с нарушением интеллекта. Дальше у нас из примерной ААО будет сразу вытащено, это тоже новое обновление в АКИМПе, сразу будет вытащено перспективное планирование на все года обучения для умственно отсталых. Почему на все года обучения? Можно выяснить, что вот у моего ребенка, мы помним, что она вроде на 3-4 года тянет, да, что у моего ребенка западает с точки зрения 3 лет, с точки зрения 4 лет, с точки зрения 5 лет. И вот тут планирование поэтому сразу на несколько лет обучения дается. При этом основные разделы даются по той примерной АО, которая выбрана. Есть для умственно отсталых, и поэтому посмотрите разделы. Сенсорное воспитание – это коррекционка. Формирование мышления – это коррекционка. Математическое развитие – коррекционка. Ознакомление с окружающим миром – коррекционка. Речевое развитие – коррекционка, логопедия. При этом дальше нам предлагают выбрать этап логопедической работы для ребенка с умственной отсталостью. Я, получается, отметила, что она у меня требует работы логопеда, да, то есть это плюс системное недоразвитие речи. Я выбираю, на каком она этапе, например, на третьем. И теперь посмотрите, у меня из третьего этапа под эту девочку выписались все задачи, которые соответствуют четвертому году обучения. А дальше нельзя типизировать, то есть невозможно для всей России сделать одинаковые рекомендации. Будет план индивидуальной коррекционно-развивающей работы на год, и это делает дефектолог. И здесь в таблице не забываем, что у нас будет столько недель и столько строчек, сколько у нас учебных недель в году. На самом деле это будет 36 недель или 38 недель. Если при этом мы работаем в доме ребенка или в центре реабилитации, там тоже составляют такие программы, там будут по абонементам. И тогда будет, например, 3 недели, 4 недели, 6 недель, полгода. То есть вот как абонемент длится, так по абонементу и составляется план. План индивидуальной логопедической работы точно так же. Он составляется под недели. При этом он делится на 3 этапа в соответствии с рекомендациями логопедов. И в каждом этапе мы прописываем, сколько у нас недель было с ребенком. Тогда, когда у нас будут мониторинги, диагностики, это отмечаем, то есть нет специальных названий занятий для детей. Начало и конец года – это обычно диагностика и мониторинг. И обязательно прописываем фаникулярные периоды. Сохранить, закрываем. Дальше у нас шестая страничка. Переходим на нее, шестая ступенечка, заполнить. Интерактивное сопровождение программ. Сначала показаны программы, рекомендованные ИКП РАО, Институтом коррекционной педагогики РАО, и разработанные ИКП РАО, потому что они прогрифованы. Ну, например, у нас в детском саду, предположим, есть компьютерное обеспечение и закуплено оборудование программы «Мир за твоим окном». Дальше, вот то, что я говорила, если мы с вами отмечали, что есть интерактивное сопровождение МИРСИБа, МИРСИБа по каждой образовательной области, а у нас 5 образовательных областей, под каждую образовательную область, под нужный возраст, дает рекомендации на первый этап организации образовательной деятельности, это начало года, сентябрь-октябрь обычно. Второй этап, это декабрь, январь, февраль, март. И третий этап, апрель-май. И так будет на каждый этап прописано. Что при этом нам важно? Сейчас вот я отметила, что у меня ребенок с умственной отсталостью. Значит, мне очень важна область, я сейчас именно ее открою, познавательного развития. Сейчас ищу, где у меня познавательное. Вот она, познавательное развитие. И на начало года я могу сразу проверить вот те задачи, которые я ставлю для ребенка. Они могут сразу быть диагностическими с точки зрения достижения будущего результата или не будут, или не могут. Например, может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь в течение 5-10 минут.
Например, да, у меня эта девочка может делать. Если я потом перезайду еще раз в личный кабинет этой Евы, но это будет январь или февраль, я смогу запомнить на середину года. Например, теперь вот она у меня 10 минут может заниматься. Если мы говорим о каких-то вот дополнительных задачах, например, ориентируется в телесном пространстве, называет части тела, правую и левую руку, направление пространства от себя. Например, вот здесь никак она меня не может запомнить на двойку. А в середине года то помнит, то не помнит, то руку путает, то не путает. Вот я тройку отметила, например. Вот здесь слева параметры, которые используются для мониторинга индивидуального развития ребенка, параметры чуть-чуть занижены, потому что они используются как типовые для всего дошкольного возраста по отношению к умственно отсталым. А мы знаем, что они очень разные по уровням, да, и получается, что нельзя всем одинаково критерии задать. Это знают авторы примерной ООП, и поэтому они в целевых ориентирах своей программы чуть-чуть занижают планку. И вот эту чуть-чуть заниженную планку мы с вами видим здесь. Ну, то есть не думайте, что вот это вот придумывала я, там, кафедра, институт или университет. Нет, это придумывали методисты, которые разрабатывали примерную адаптированную программу. Здесь критерии чисто под примерную адаптированную программу. Чем хороша на самом деле вот эта работа? Здесь автоматически дальше, вот сейчас я просто что-то отмечу, здесь дальше автоматически будет просчет профиля развития ребенка. Сейчас я вот вернусь. Несколько отмечу, например, в других образовательных областях. И посмотрим, что программа нам потом покажет. Сейчас я просто вот отметила, особо не вчитываясь, не вдумываясь, но посмотрите вот здесь то, что я обещала. Если у вас есть онлайн-подписка Immersive, можно кликать сюда и выходить на нужную игру, и она будет у вас работать. Сейчас у меня это отключена функция, поэтому я это не показываю. Так, сохранить и переходим на следующую ступеньку, седьмую ступенечку. Это на основе, получается, комплексирования программ, на основе примерной программы, вариативной программы, комплексной программы. Мы теперь должны показать, что вот там в этих программах про моего ребенка не сказано. То есть какие еще особенности есть такие, которые ей присущи. Вот там, получается, реализуются индивидуальный подход к ребенку. А мне теперь нужно этот индивидуальный подход к ребенку с нарушением интеллекта показать через специфику не умственно отсталого, а специфику вот именно моей девочки. И для этого описывается содержание индивидуального, не типизированного под умственно отсталых, да, а индивидуального психолога педагогического сопровождения. Это делается в виде таблички. Слева в табличке выписаны, ну, скажем так, примерные трудности, которые характерны для детей с ОВЗ, названные категории. Например, у нее есть нарушение внимания. Теперь я под нее индивидуализирую. С точки зрения нарушения внимания, вот это первый уровень работы коррекционной по коррекции нарушения внимания. Дальше второй, третий, четвертый. И получается, что я могу выбрать, на каком уровне нарушения внимания у моей девочки, да, и с чем я должна работать. И под вот этот уровень справа я подбираю задания, которые требуют включения вот этих заданий на внимание в систему комплексного сопровождения ребенка. Другими словами, сейчас я показала, как вот эта индивидуальная работа с умственно отсталым по отношению к моей девочке дифференцировалась. То есть я выбрала уровень нарушений данного внимания, и я выбрала систему приемов, индивидуальных приемов, которые будут использовать логопеды, психологи, дефектологи, работая с этой девочкой. Ну вот, например, дальше. Трудности в организации познавательной деятельности. Первый этап, второй этап, третий этап, четвертый этап, пятый этап, шестой этап. Она у меня, например, на вот этом этапе. И, соответственно, следующие этапы я могу попытаться освоить в течение года, а могу попытаться освоить, и все равно ничего не смогу сделать, я не успею. И поэтому я могу здесь сокращенный вариант показать, да, я меньше планирую. Могу увеличенный вариант сократить.
увеличенный вариант показать. То есть я считаю, что нам будет много ходить, да, и вот это мы успеем, если еще какие-то дополнительные задания давать будут. Ну, предположим, вот так отметим. И под, получается, вот эту индивидуализацию сейчас мне предлагают комплекс приемов, которые позволят сработать с девочкой в рамках комплексного сопровождения. Теперь смотрите, если я что-то не выбрала, вот сейчас видите, вы видели, было много строчек, да, я выбрала только нарушение внимания и трудности в организации познавательной деятельности, развития мышления, остальное не выбирала. Соответственно, мне программа это выкинула из таблицы. Ну, то есть не нужно, убираю. Восьмая ступенька. Здесь на основе получается примерные программы, комплексные программы, на основе индивидуальных особенностей, связанных с комплексным сопровождением специалистов, мы сейчас только что их разобрали, да, после этого я теперь могу составить адаптированный учебный план под ребенка. Вот этот адаптированный учебный план, он связан со спецификой работы специалистов сопровождения. Например, направление работы, педагогическая помощь, отвечает воспитатель. То есть педпомощь – это не про коррекционку, это про индивидуальные коррекционные занятия воспитателя во второй половине дня и не вообще сколько раз она с группой занимается, а сколько именно с этой девочкой индивидуально наверстывает программу, которую она не может освоить. Например, приходится заниматься 2 или 3 раза в неделю. Вот если я написала 2, смотрите, автоматом программа просчитывает в год, сколько этих занятий будет. Форма проведения, например, индивидуальное совместное занятие в паре с более сильным сверстником, это группа комбинированная, значит, могу это делать. Итак, по поводу каждого специалиста прописывается. Коррекционная помощь дефектолога. Если группа комбинирована, я могу ее брать 3 раза в неделю. У меня 108 занятий в год получается. Я при этом ее беру и на групповые, и на подгрупповые, и на индивидуальные, отметила. Если психолог, например, берет 2 раза в неделю, автоматом идет описание того, тех форм работы, которые использует психолог. Сейчас дальше мы не будем прописывать, но видите, что здесь и музыкальный руководитель, и физкультурный руководитель, и логопед, все специалисты, и педагоги будут прописаны. Перепрыгиваем на 9-ю ступенечку, заполнить. У нас с вами сейчас последний раздел, это программа сотрудничества с семьей. Содержание программы сотрудничества с семьей. С точки зрения типовых задач, они обычно очень похожи. Это ознакомление родителей с диагностикой, это проведение консультации, это создание спецусловий, сравнивание с нормой. А мы с вами помним, что группа комбинированная, да, поэтому это отмечается здесь. Это проведение консультации по поводу включения, по поводу освоения адаптированной программы, по поводу ее включения в семейное воспитание, обучение, обеспечение равных условий подготовки детей к школе. Я, например, там, где диагностика, выбираю, что было родительское собрание, проговорили все. Там, где консультации в течение года, например, будут индивидуальные консультации и будут тематические встречи по подготовке к школе, например. Создание условий для инклюзии детей в среду нормально развивающихся. Организация совместных праздников и прогулок, совместная проектная деятельность. При этом я отмечаю, кто за это отвечает. Вариант бывает пошире, поуже, с тьютором, без тьютора. Проведение консультации для родителей по освоению адаптированной программы. Здесь явно будет что-то индивидуальное и совместное, например, поручение с детьми, особенно вот с режимом дня. И подготовка к школе, предположим, организация экскурсии в школы и организация работы маминой и папиной школы, и родители хотят ходить или бабушки хотят ходить. Сохраняем и переключаемся на следующую, 10-ю ступеньку. Это мониторинг индивидуального развития. Там, где мы с вами тогда смотрели игры Мерсиба, у нас были задачи, которые мы ставим на каждом этапе работы с детьми, и мы отмечали, что дети могут, что дети не могут, и на каком уровне могут, не могут. Нам программа, смотрите справа, отметила баллы, которые в средние арифметические позиции отражают. При этом у нас с вами еще есть странные формулировки «выбрать ответ» по поводу родителей. Мы можем давать родителям оценить тоже уровень освоения программы, можем не давать. Вот если даем, они не профессионалы, они не могут оценить так же, как мы. Поэтому они оценивают удовлетворенность услугами, а не качество реализации программы. Например, вот здесь средняя удовлетворенность по физическому развитию.
А вот здесь выраженная удовлетворенность, нравится, как дефектолог работает. А вот здесь речевая, ну, например, может быть средняя, может быть выраженная удовлетворенность. И получается, что здесь будет видна разница между удовлетворенностью и оценкой со стороны специалистов и со стороны воспитателей. Здесь при этом будут графы профильные для воспитателей. И вот тогда это, например, графа, видите, воспитатель. Да, воспитатели оценивают социально-коммуникативное, художественно-эстетическое вместе с психологами социально-коммуникативное. А дефектологи оценивают в данном случае познавательное, речевое вместе с логопедами. Физическое здесь не отметилось, потому что я, видимо, галочку не поставила. Потому что если бы поставила, было бы здесь, в физическом развитии у воспитателей. Дальше, что делает программка? Программка говорит, вот какая каля-маля получилась. То есть какой профиль индивидуального развития ребенка можно выстроить на основе оценки динамики развития. Смотрим, синяя, это у нас сентябрьская. Если что, можно вот тут подсветить, у нас шпаргалочка показывает, сколько это баллов. Что можно сделать, исходя вот из того, что мы здесь видим? Кроме того, что я физо забыла проставить, да, надо вернуться и проставить. Здесь видно, где больше динамики. Здесь видно, вот она динамика. Здесь видно, где изначально хуже уровень был. С точки зрения речи, да, и с точки зрения, посмотрим, что здесь я плохо еще отметила, социально-коммуникативного развития, замкнутая, например, девочка агрессивная или еще какая-то. Но при этом получается, что я вижу, как она дала динамику по отношению к середине года. Вот как у нее в начале было, да, разница 2 балла, так и потом она еще 2 балла прибавила к концу учебного года по развитию речи. Соответственно, если вы проставите это на середину года и конец года, то у вас мониторинг будет тройной. То есть будет первый профиль синий, второй профиль зеленый и третий профиль красный. И между ними будет очень четко видно, что на что меняется и в связи с чем. Сейчас недавно выходило распоряжение Министерства просвещения, которое утвердило положение ОППК образовательной организации, где говорится о том, что при оценке динамики детского развития обязательно нужно показывать динамику не только по образовательным областям, а по видам детской деятельности и по обучаемости. На самом деле, пока вот практически еще никто это не отразил в своих маршрутах, программах, обратите на это внимание, могут быть проверки. Проверки с точки зрения работы ЦПМПК совместно с ППК и ТПМПК с ППК. Это распоряжение R93. В приложении будет образец, как составляется психолого-педагогическая характеристика на ребенка и как оценивается динамика его развития. Так вот, с точки зрения динамики развития, выберите вид деятельности. И мы, например, сейчас оценим динамику, предметной нам не нужна, по коммуникативной деятельности, по учению и по продуктивной деятельности. Отметила. Теперь смотрим. Коммуникативная деятельность выскочила. Какая динамика? Я пишу, например, достаточная, продуктивная деятельность, неравномерная динамика, учение, неравномерная динамика. Ну куда же у меня деться, что какой был дефект, да, у ребенка, так и остался. Динамика освоения программного материала соответствует частично. Факторы, влияющие на результативность обучения. Мотивация к обучению недостаточная. Сензитивность в отношениях с педагогами в учебной деятельности. То есть как реагирует ребенок на замечания, на ошибки, на которые указывает взрослый. Например, прекращает деятельность, не буду делать. Качество деятельности при этом ухудшается, остается без изменений, снижается. Ну, если она прекращает делать, понятно, что снижается. Эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа, например, нестабильная, то психует, то нет. Истощаемость, умеренная. Обоснование динамики, и вот теперь, посмотрите, мы много-много чего написали нехорошего с точки зрения заключения по МПК. Но вот это объясняет, а почему вот тут динамика-то не везде хорошая, как должно было бы. Мы же так работаем и так стараемся. Но фактор обучаемости ребенка никто не убирал. Вот сейчас мы этот фактор отразили, и теперь получается обоснование динамики. Мы еще дополнительно пишем, что ребенок много пропускал занятий в течение года. Например, 1/3 программного
материала для, вернее так, по примерной АООП для детей с нарушением интеллекта, 4-й год обучения, не освоено. И получается, я этим объясняю, почему у меня в конце года не очень хорошая динамика, но я при этом объективно это объясняю и объективно оцениваю, что происходит и как происходит. Здесь врать не надо. Так, 11-я ступенька – это итоговый контроль, это лист согласования. Лист согласования в данном случае, посмотрите, методист мы не прописывали, поэтому здесь нужно будет в вордовском документе прописать. Воспитатели проверяем. Одна прописана, вторая не прописана. Психолог прописан, логопед, дефектолог прописан. С результатами работы за год ознакомлен. И вот здесь надо, чтобы родители расписались. Соответственно, они расписываются, и этот документ дальше хранится в кабинете у дефектолога или у логопеда, у профильного специалиста. При этом у представителя ППК тоже должна быть копия. Мы сейчас заполнили до конца все 11 страничек. Сохранить пишем. И когда заполнено, получается, все, хотим, можем вернуться на любую страничку и что-то там доделать или переделать, изменить. Хотим. Пишем «Сохранить как док». Сейчас нажимаю «Сохранить как док». Мне программа предлагает КИМП Новикова Ева, составлен 27 апреля. Сохранить на рабочий стол? Могу сохранить в другом месте. Ну, в данном случае мне нравится на рабочий стол сохраняю. Пишу «Сохранить». Мы сейчас с вами подходим к завершению работы с конструктором. Я останавливаю в данном случае демонстрацию через пару минут. И мы с вами сейчас можем увидеть, секундочку, вы сейчас видите мой экран, рабочий стол, и мы с вами можем посмотреть, как выглядит готовый КИМ. Проверяем. Это 21 страница. Здесь маршрут, программа, мониторинг. Уже все отформатировано. Отформатировано под целевой раздел. Дальше идем, смотрим, какие разделы у нас есть. Организационный раздел. Дальше спускаемся. Содержательный раздел. Напоминаю, если у нас ребенок со статусом УВЗ, тогда мы делаем не совмещенный маршрут и программу, а делаем индивидуальную АОП. Если так, тогда мы содержательный раздел вырезаем сейчас. Секундочку. Вырезаем содержательный раздел. До мониторинга. Вот до сюда. Вырезали. И поднимаемся теперь кверху. Ищем организационный раздел. Вот он, организационный раздел. И до организационного раздела делаем эту вставочку. Вот теперь у нас полностью соответствует требованиям к структуре уже индивидуальной АОП. Если я при этом, получается, знаю, что у меня отсталый ребенок, но статуса УВЗ нет, и мы идем по примерной программе для детей с умственной отсталостью, но при этом статуса УВЗ нет, я тогда оставлю так, как было. К сожалению, для умственно отсталых, ну если уж про них сегодня говорим, заговорили, да, и образец, как образец взяли, очень часто до 7 лет статус умственной отсталости не ставят, а ставят условную в кавычках норму, потому что мама не хочет, чтобы диагноз разглашался психиатрически, или ставят задержку психического развития. И тогда получается, что нужно вот возвращать вот этот вариант кимповский, первый, который мы с вами сделали. Так, на этом мы с вами здесь заканчиваем. Я просто пропущу, покажу вот эту концовочку. Вот он, лист согласования. И можно выводить в печать. Сейчас останавливаю демонстрацию, и мы с вами переходим в вебинарную комнату. Пока смотрю, что здесь есть вопросы, и пока Катерина Суслова подключается. Ну, вот, вижу Катерину. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Да, есть вопросы, Наташ, нужно на них ответить, Наталья Викторовна. Значит, хотела, может быть, я прослушала про обновление, вот самый первый вопрос, как его прокомментировать?
На самом деле я комментировала все обновления, но сейчас повторю. У нас первое обновление. Все протоколы и грифы ОМО по поводу каждой примерной программы последние прописаны. То есть не надо искать и самим проставлять эти номера протоколов. По отношению к комплексным программам и вариативным обновлены перечни. То есть, ну, на самом деле время идет, да, и программы добавляются, и мы сейчас их тоже добавили, можно использовать. Это то, что связано с целевым разделом, с организационным разделом. В организационный раздел добавлена возможность объединения вот этого медицинского и педагогического направления и описания программы компенсации нарушений в развитии. Она обычно от одной странички до трех странички по каждой категории идет. А с точки зрения содержательного раздела. В содержательный раздел везде введено перспективное планирование по примерной АОО для нужной категории детей. И при этом вот это примерное планирование соотнесено не с биологическим возрастом ребенка, а с психологическим возрастом ребенка. То есть ребенок может 7-летний быть, да, а ему психологический уровень 4-летний или 5-летний. И с учетом этого вот это перспективное планирование описывается. И последнее, в мониторинге введен раздел, который касается оценки динамики развития детской деятельности и обучаемости детей в соответствии с требованиями Минпроса прошлого года. Я так понимаю, что коллеги могут воспользоваться обновлениями, да, когда у них подключен интернет в этот момент, да, потому что тут есть вопросы, уточнения, что действительно флешка работает без интернета, и в этом ее удобство и, так сказать, прелесть, но он понадобится в момент обновления, и тогда у вас новая предоставленная информация также окажется на флешке. Да, там появится всплывающее окошко, хотите ли вы скачать обновление, обновление есть. Надо нажать, кликнуть на мышкой, что да, согласны, и тогда эти обновления загрузятся. Потому что коллега написала, что уже 3 года пользуется флешкой. Я думаю, это большой подарок, вот такое вот обновление. Это очень здорово. Уточняется у нас тут вопрос, подходит ли для тьютера заполнение такой флешки. Да, подходит. Просто мы сегодня не заполняли как образец, но вы видели, что в образце было написано, что тьютер, отмечаете галочкой, и тогда он будет главным ведущим специалистом. Ну вот я тоже с интересом слушала этот вебинар, потому что Наталья Викторовна такие вещи интересные рассказывает. И если раньше мне казалось, что вот заполнение такой программы, оно, в общем-то, адресовано в основном для поддержания документации, то теперь я склоняюсь к тому, что если самого специалиста очень полезно ее заполнить, да, чтобы еще больше понять вообще всю схему работы с ребенком, и она, вот эта программа является такой опорной точкой, опорной базой для работы с этим ребенком. Тем более, что сейчас действительно такое многообразие заключений, которые нам дают, такое сейчас разнообразие специалистов, которые занимаются ребенком, и вот это, конечно, очень полезная и хорошая вещь. Тем более Наталья Викторовна самостоятельно разработала эту программу. Для меня просто это большое счастье, что Наталья Викторовна к нам приходит, рассказывает вот свой такой авторский программ. Которую, да, вот которая, понимаете, вот Мерсиба самостоятельно бы, конечно, не сделала. То есть вот этот вот союз и творчество, да, человека с идеей и с пониманием, и с профессионализмом, да, к пониманию того, что нужно, и наши возможности как вот такого программного характера. Поэтому здесь я вижу, что большое количество благодарности Наталье Викторовне, смотрят люди с удовольствием. Спасибо за супер вебинар. Трансляция прекрасная. Благодарю за очень подробное и понятное разъяснение информации. Я думаю, что это отличный способ для специалистов, да, в которые я, здесь были вопросы, еще раз вам напомню, коллеги, вы все получите в записи эту встречу. Если вы здороваетесь с нами, когда уже прошло там 45 минут, и начало пропустили, значит, у вас есть шанс все это посмотреть сначала, буквально в записи удобно остановить и одновременно посмотреть, да, что происходит на флешке. Возможно, если она у вас будет, и вы будете ей пользоваться, тоже этот вебинар прямо сохраните у себя в закладочках, чтобы к нему возвращаться. И также Наталья Викторовна любезно соглашается отвечать на вопросы. И иногда в техподдержку поступают вопросы от пользователей. Я пересылаю Наталье Викторовне, она нам отвечает. Да, потому что хотелось бы, чтобы раз есть такая возможность, то вы бы пользовались всем функционалом этой флешки КИМП. И сейчас я расскажу коллеге, как ее купить. Поблагодарив Наталью Викторовну за все. Исчезла она тут мгновенно. Спасибо.
спасибо огромное. Еще пока слышу. Наталья, спасибо большое. Мы всегда на связи, мы всегда вместе будем продолжать сотрудничество. И я сейчас включу демонстрацию экрана, коллеги, значит, для того, чтобы вам продемонстрировать, как это выглядит. Да, давайте, скажите мне, пожалуйста, все ли вам видно? Видно? Да. Вот, значит, здесь у нас, видите, чат, который я читала и помогала Наталье Викторовне отвечать на вопросы. Если какие-то вопросы будут, имейте в виду, что можно обратиться. Нажимаем вот на этот большой баннер, потому что у нас традиционно большая скидка на тот продукт, который мы освещаем. В данном случае это КИМП. Сами понимаете, какая полезная, интересная программа. На сайте у нас есть описание подробное, да, которое присутствует для этой программы. Поэтому вот таким образом он добавляется в корзину. Еще разочек показываю. Вот у нас магазин. Здесь у нас есть новинки и акции недели. Можно вот так вот нажать и посмотреть. Ну, здесь можно обратиться за помощью, но пока самостоятельно справляемся. В прошлый раз я рассказывала про Логомир 3. Он так у нас здесь присутствует, а здесь у нас КИМП. Да? Если вас в магазине интересуют какие-то настольные пособия, флешки, пожалуйста, тоже можете обратиться сюда, нажимать. Здесь все, о, даже у нас еще тут присутствуют такие вот возможности и скидки, я смотрю. Это, наверное, у меня не обновленный, что-то даже странно. Это, наверное, у меня осталась страница, знаете, с прошлых этих, с распродажи. Вот, поэтому я иду в корзинку, да, и вот, пожалуйста. Смотрю, что у нас в корзинке. Если мне первослов не нужен, я его убираю. И промокода у меня нету. Нажимаю на кнопочку «Продолжить», да, и заполняю здесь все данные, которые необходимо внести для получения этой флешки. Сами понимаете, материал уникальный, эксклюзивный, а самое главное, он соответствует всем стандартам и всем ВГОСам, которые Наталья Викторовна прекрасно знает. И нас тоже просвещает. Можно доставку оформить курьером, пункт выдачи, Почта России. Да? Здесь все данные мы с вами заполняем. А, вот я еще поняла, почему скидка. Потому что я, как все поняла, коллеги, я же, у меня же этот, подписка оформлена как у пользователя, у которого полный доступ, да, третий вариант подписки, полные подписки, да, и поэтому у меня 10% скидка, а то я что-то даже это не сразу сообразила, да, поэтому, конечно, вот вообще оформлять подписку очень выгодно, потому что она еще несет за собой такие бонусы, как бесплатное участие во всех наших мастер-классах, да, которые являются платными для всех остальных, а также возможность у нас и вот такую иметь скидку на покупку. Да, так, вижу ваши комментарии, ваши благодарности. Про сертификат я расскажу. И смотрите, какая у нас тут появилась акция на подписку. Подписка Мерсиба для специалистов. Акция первый месяц подписки за полцены. Как мы делаем? Мы выбираем тариф. Да, еще разочек покажу. Вот на страничке главное, да, когда вы заходите, и специалистам. И вот здесь вот у нас есть подписка. Вы нажимаете на слово «подписка», попадаете сюда и выбираете тариф. Тариф у нас «старт», «стандарт» и тариф «премиум». Соответственно, премиум, вот я вам рассказывала, это самый, можно сказать, лучший перспективный тариф, потому что здесь и скидка на покупку, и участие в наших мастер-классах. У нас сейчас очень подробная программа, на май уже сформирована, на июнь формируется, и на лето тоже, да, можно поучаствовать. Вот, когда вы оформляете ежемесячную подписку или годовой доступ, одновременно ее оплачиваете. Да, поэтому выбирайте удобный вам вариант. Вот, подписка, конечно, это классная вещь. Да? Вот еще раз говорю, нажимаете сюда «Подписка», «Выбрать тариф», да, и выбираете. Преимущества, конечно, самые большие тарифы премиум. Тариф «Стандарт» – 200 игр. И конструктор картинок, конечно же, тариф «Старт» – 100 онлайн-игр, конструктор картинок. Да? Здесь можете посмотреть, какие цены, и использовать в своей работе. Так, акция у нас тут существует. Оформите подписку премиум, посещайте мастер-классы бесплатно, об этом я вам рассказала. Бесплатная доставка заказов у нас сейчас от 2500, да, поэтому, пожалуйста, нажимайте ее также, выбирайте то, что вам интересно, и, соответственно, даже и КИМП также вам будет доставлен бесплатно. Такой вот уникальный инструмент специалиста, поэтому я вас приглашаю. Да, у кого обрывается связь, еще разочек напоминаю, коллеги, что мы
Обязательно пришлем вам в ближайшее время запись этой встречи. Видимо, это будет завтра. Вижу вашу благодарность. Спасибо, мерси. Много интересного мы узнаем от вас. И мы тоже с удовольствием с вами делимся интересными находками, коллеги, потому что создаем игры, создаем программы и создаем вот такие вот уникальные методички по документации для того, чтобы все для того, чтобы облегчить наш с вами труд, да, и как можно больше времени мы могли уделить детям, как можно меньше времени документации, да, вот так ее оперативно оформил, есть что предъявить и методисту, и заведующей, и любой проверке, да, это всегда лежит в портфолио, и это является таким маршрутом вашей работы с детьми. Ну что ж, я хочу вас предупредить, что у нас тут среда всегда остается, и майские праздники не выпадают на среду, поэтому мы с вами продолжаем встречаться, увидимся 4 мая, 11 и так далее. Приглашаю вас на наши вебинары. Ой, и прежде чем прощаться, давайте посмотрим, работает ли у нас форма для заполнения сертификата. Она работает, поэтому, пожалуйста, не спеша заполняйте, она будет открыта какое-то время, и у вас есть возможность ее заполнить. Людмила спрашивает, есть разработки для заполнения индивидуального маршрута для здоровых детей, посещающих общеобразовательную группу, желательно на все года посещения. Людмила, если, честно говоря, не знала, что таким здоровым, нормотипичным детям нужен общеразвивающий маршрут, да, вернее, вот то, что у нас называется КИМП, потому что эти дети идут по программе. Да, у специалиста есть программа, он по ней идет, и все дети в нее попадают. Это общая программа для всех. Да, поэтому чем будет отличаться индивидуальный маршрут этих детей? Да? Здесь мы КИМП заполняем, потому что у одного ребенка одно заключение, у другого другое. С каждым работает разный пул специалистов, а нормотипичные дети, они как бы идут все в одном ключе. Поэтому у нас такой программы нет. Если вы более четко сформулируете, какая программа нужна, то мы обязательно с Натальей Викторовной посоветуемся и, думаю, еще создадим. Вот, и Эльвира тоже уточняет, что для здоровых детей не разрабатывается ИКОМ. Тоже так подумала. Ну что ж, коллеги, я хочу поблагодарить вас за внимание, еще раз поблагодарить Наталью Викторовну за такой великолепный рассказ, подробный, понятный, доступный. Пригласить вас воспользоваться скидкой и купить эту флешку, чтобы она вам понадобилась в работе. Я думаю, что она нужна абсолютно всем. Вот, а также напомнить вам, что у нас сейчас подписка премиум, очень хорошо наполняется, да, потому что в ней всегда появляются новые игры. Появилось 10 игр, она появилась только по подписке премиум. Появились у нас новые мастер-классы, мы сейчас с очень интересными людьми договариваемся, я всех вас приглашаю на наши мастер-классы, и вы сразу же увидите, что... Так, сейчас еще разочек вам покажу. Видите, обучение онлайн-события. И вот здесь вы можете посмотреть, какие у нас тут... А, сначала нужно выбрать ближайшие события. И, пожалуйста, вот у нас по премиум подписке все мастер-классы мне будут бесплатны. Все наши встречи здесь подробно расписаны. Это будет интересный месяц мая. Сейчас июнь, июль также наполняем. Ну что ж, заполняйте сертификат. Спасибо за ваши слова благодарности. Мы с радостью работаем для вас. Будем продолжать встречаться каждую среду. Я благодарю вас за внимание, коллеги. Всего вам самого доброго.